Занятие физкультурой в 8-й школе начинается с построения, затем разминка, а после – эстафета. Ребята, следующая у нас эстафета. Пробегаем с мячом, делаем удар в пол в обруч. У нас два обруча. Далее бегаем конус и финишируем, как мы обычно это делаем. По свистку учителя школьники начинают упражнения. И вроде бы все привычно. Те же задания, те же нормативы, но отлично одно – спортивный зал за лето стал другим. В прошлом учебном году стены были коричневого и белого цвета, а напольное покрытие – деревянное, с желто-красной разметкой. За годы они заметно потеряли свой первоначальный облик. С 1 сентября зал встретил учеников отремонтированным. Дети прибежали с каникул, сразу первым делом забежали в зал. Когда, Дмитрий Юрьевич, будут уроки? Когда у нас уже новые стенки, новые? Все для них новое. Зал, говорит, светлее стали, его что ли расширили или подняли выше? Нет, ребят, просто все новое, все освежили. Чтобы зрительно увеличить спортивный зал, в нем изменили окрас стен. Теперь они белые, с геометрическими линиями зеленого, серого и черного цвета. Эффект дополнительного пространства был также достигнут благодаря новому освещению и светлому напольному покрытию. Отлить пол я сначала так не хотел, потому что у нас был деревянный пол, и он был хорошо сделан, потому что 10 лет тому назад был капитальный ремонт. Вот. Я так был против, чтобы пол не меняли. А сейчас поменяли, я думал, будет скользить, нет, все хорошо, и мяч отскакивает, и детям это самое, не на деревянный пол, когда они падают или что-то, коленки отбивают, вот, и детям больше нравится. В светлом зале приятно работать, отмечают учителя, а дети говорят, что стало интереснее и комфортнее заниматься на уроках физкультуры в обновленном пространстве. Понял, что все то же самое, только красиво все. Мне нравится, тут стены такие красивые, очень. Я когда зашел, первая тренировка у меня была карате в этом зале, я посмотрел на зал и так удивился, мне понравилось очень заниматься. Обновления коснулись и технического оснащения в спортивном зале. Здесь установили новые баскетбольные щиты и кольца, шведскую стенку и оборудование для игры в волейбол, стойки и сетку. Мы счастливы, что благодаря новым современным технологиям, новому спортивному залу, наши ребята имеют возможность более качественно подготовиться к определенным мероприятиям и показать большие результаты. Коллектив школы уверен, что все изменения, которые произошли в спортивном зале, еще больше повысят спортивные достижения учащихся, и они пополнят коллекцию школы новыми медалями и кубками. Екатерина Шарыпова, Денис Корнев, Первый Мытищинский.